По данным Росстата, яйца в прошлом году стали самым подорожавшим продуктом в стране. Цена за десяток к концу 2023-го выросла на 59%, при том, что в целом рост потребительских цен составил чуть больше 7%. Проверки Федеральная антимонопольная служба начала с производителей. Сейчас ФАС продолжает анализ ценообразования на этот продукт по всей товаропроводящей цепочке. Эксперты предполагают, что новый импульс проверкам дала приближающаяся Пасха. Ведь цены яиц не вернулись на уровень даже октября-ноября прошлого года. Федеральные антимонопольные службы напомнили, вне зависимости от рыночной ситуации, участники всей товаропроводящей цепочки не должны допускать необоснованного повышения цен на товары.